В числе актуальных тем еженедельной планерки в Думе края – санитарное состояние зон отдыха в городах и районах, качество жилья для сирот, организация детского летнего отдыха. Также парламентарии подняли тему введения новых требований к документам на молочку, которые могут привести к негативным последствиям, вплоть до повышения цен и дефицита подобной продукции. Юрий Белый отметил, что Ставрополье производит достаточное количество качественного молока, которым и нужно обеспечивать и потребителей, и социальные учреждения. У нас достаточно в крае молока. Мы его производим 680 тысяч тонн. Это вполне достаточно для нашего внутреннего потребления. Мы, если сыры еще и масло не будем про запас делать, то вообще никаких проблем нет. Давайте тоже позанимаемся этим вопросом. Наше молоко качественное, Сергей Сергеевич, там нет никаких добавок. И надо сделать так, чтобы наше молоко попадало на стол наших школьников, в детские сады, чтобы шло, в больницы.